не вижу смысла доказывать обратного. Если человек идиот, он все равно будет считать, что серое это коричневое, а коричневое это бордовое. Поэтому зачем? Пусть дальше считает, еще лучше. Чем меньше таких идиотов в этой прекрасной стране, тем эта страна лучше. И так, из-за того, что сюда хлынули легионы советских людей, она стала чуточку хуже. Поэтому еще лучше. В Америке хуево, она кончена, и здесь делать нечего. Не надо, господа. Вот смотрите, я официально, Егезарян Карен Рафикович, официально заявляю, в Америке очень плохо. Это худшее место на Земле. Не надо сюда ехать. Вот, не надо. Не приезжайте в Америку, она кончелыжна, она кончена. Здесь муверы, то бишь грузчики, передай привет России. Вот, здесь конченые грузчики ездят на мустангах, на мерседесах, но здесь очень плохо. Не надо, пожалуйста, не приезжайте сюда, она ублюдочная. Там птичка мне на стекло насрала, вытри салфеткой, не падала. Ой. А, хорошо, братан. Вот, мувер, грузчик сраный, дает мне 650 рублей, чтобы я говно птичье вытер. Но, пожалуйста, пожалуйста, умоляю, я призываю к вашему здравому смыслу. Остановитесь! Не надо сюда приезжать. Не надо!